Еще вправо. Вот так нормально, вот так. Студия. Представляет. Вот, в общем, студия Лего представляет. Обзор шамачильного супермаркета. Вот он мой шамачильный супермаркет. Я назвал его солнечный. Давайте начнем его смотреть. Начнем вот с этого, так скажем, мангала и человечка, который на нем что-то готовит. Это мини-фигурка из Лего Ниндзяго. Я выбрал ее просто так, ну, чтобы посмеяться. Вот такое лицо. Это у него типа вилка. Вот она. А вот это сам гриль. Крышечка у него вот так регулируется. Если брать рыбу, можно вот так. Тут у него такой гаечный ключ. А сюда можно еще что-нибудь прикрепить. Например, вот вилку. Вот так выглядит с рыбой. Давайте осмотримся дальше. Вот справа находится стоянка. Тут у нас стоит красный велосипед. Это велосипед пожарного. Пожарного я покажу позже. И вот такой самодельный небольшой автомобиль. Разноцветный. И тут красный череп. Вот внутри. Двери открываются. И туда можно посадить человечка. Вот, например, я посадил туда этого человечка. Типа это хозяин этой машины. Вот. Значит, дальше будем смотреть. Вот там находится такое кафе, где делают коктейли. А вот тут фонарь самодельный. А там магазин все для купания. Там, конечно, не все для купания. Не прям все товары для купания. Тут вот головные уборы есть. Это там типа крема, спасательный жилет и доска для серфинга. Это типа покупатель. Вот это водолаз из Лего Тонтида. Ну, ничего не из Лего Тонтида, но это без разницы. Вот это лицо от художника из мини-фигурок. Ну, я просто тоже его просто так. Это вот доска для серфинга из набора Лего Трафик, домик на колесах. Тут на втором этаже находится кафе мороженое и столики для обеда.
Давайте покажу первый этаж поближе. Это кафе, где делают коктейли. Давайте рассмотрим покупателя. Покупатель – это мини-фигурка из серии «Космической полиции». У него одно лицо и снимается вот этот, не знаю, это либо баллон с воздухом, либо реактивный ранец. Вот рисунок сзади. Ну, это обычный, как бы, типа, купюра в мире Лего. Вот. Следующая мини-фигурка, это у нас продавец. Вот он сам. Самая обычная мини-фигурка, самодельная. Вот такой-то тип бокал, а это вот я поставлю сюда Лего мороженое, там какой-нибудь коктейль, может, с шариками мороженое. Вот. Давайте рассмотрим поближе само кафе. Справа это располагается небольшой такой столик, тумбочка с радио. Это машина для производства коктейля там. Какая-нибудь. И, ну, это тут вот стол с чашками. Вот это вторая половина первого этажа. Вот тут это баночки с кремами, обычный спасательный жилет. Правда, старые версии с 2013 года производятся новые. Вот. Из головных уборов тут вот белая кепочка и такая вот панамка, наверное, это. И вот там сидит продавец. Это у нас какой-то дедушка. Точнее, это не просто дедушка, это самодельный Дамблдор из Гарри Поттера. Вот сзади. Вот так он выглядит без бороды. Тело от Барбоса и вот такие вот штаны. Вот. Вот так выглядит сзади. Вот тут это стул продавца и такой вот аппарат. Это типа компьютер, касса. Давайте перейдем ко второму этажу. Это вот первая половина второго этажа. Вот так выглядит у нас спереди, сбоку, сзади, с другого боку. И тут просто находится такой стол обеденный. Тут вот человечки, друзья, типа обед. Это вот пожарный, как раз хозяин велосипеда. Вот, можно посадить его. Вот. И он катается по городу Лего. Дальше. Вторая мини-фигурка, которая... Это Хан Соло из «Звездных войн». Не знаю, зачем мне его сюда поставил. У него одно лицо. Вот сам столик маленький и два стульчика. Ну вот, теперь приступим к осмотру второй половины. Вот это вторая половина. Вот так она выглядит спереди. Сбоку, внутри, с другого боку. Это у нас кафе мороженое. Покупателю такой самодельная мини-фигурка. Вот. Тело пилота, штаны от пилота, голова из Лего Тончиды и волосы от мини-фигурки начальника космодрома.
Вот там. Вот мороженое там. Типа в ведерках, это холодильник. Такой аппарат. Что типа каша. И вот это продавщица. Это фигурка из набора. Вроде бы 6-3-0-1 автомобиль пожарный. Вроде бы это номер набора. Давайте посмотрим второй этаж, как он выглядит полностью. Выглядит второй этаж полностью. Тут вот такой мостик между двумя половинами. Вот. Тут тоже один вот такой столик обеденный. В руках у этого человечка типа мороженое. Но это, я не знаю, как назвать этот инструмент. Это из мини-фигурки у мексиканца было. Но по форме не напоминает чем-то мороженое. И я играю, типа, это какой-нибудь там, клубничное мороженое, полито, не знаю, каким-нибудь сиропом с киви, я не знаю. Вот. Давайте посмотрим, как он выглядит. Этот торговый центр выглядит полностью. Ну, это конец обзора наш мобильный супермаркет. Пока. Конец. The end.